Привет! Сегодня покажу BB-кремы от Пьюрита в 21-м светло-бежевом и 23-м нейтрально-бежевом оттенках. Это cruelty-free бренд веган-френдли косметики. BB-кремы также позиционируются как веганские продукты. Средство по 30 мл в тюбиках из мягкого пластика с винтовыми крышечками и фольгированными носиками. Продукты на водной основе и похоже, что содержат солнцезащитные фильтры, но этой информации не указано. Кремы без отдушек и навязчивыми нежными ароматами. Составы средств схожи и не отличаются от перечня компонентов, представленного на сайте бренда. Среди прочих ингредиентов включают экстракт центеллы азиатской, призванный успокаивать раздражение и уменьшать покраснение, аллантоин, глицерин, витамины группы В, витамин Е, также силиконы и другие синтетические компоненты. BB-кремы должны обеспечивать безупречное покрытие и придавать здоровое сияние. Продукты пигментированные, однородной консистенции и средней плотности, холодного серо-бежевого и розово-бежевого оттенков. После впитывания разница в цветах нивелировалась, и оба средства подошли для моего относительно светлого, теплого подтона кожи. BB-кремы не требовательны к базе, легко наносились и равномерно растушевывались, не оставляли липкости и почти не ощущались, обеспечивая оптимальное покрытие средней плотности и позволяя наслаивание. Минут через 20 после усадки оба оттенка фиксировались, подстраиваясь и сливаясь с кожей, разглаживая ее и выравнивая тон, придавая деликатное мерцание и скорее сатиновый финиш. Несовершенство на коже маскировали, но скрывали не полностью. Средства оставались на лице в течение нескольких часов, не сползая, не скатываясь, не собираясь в морщинках и не подчеркивая поры. На текстурной коже рук видно, что рельеф дополнительно не обозначен, но и не заблюрен. За счет тона она визуально более ровная и гладкая, выглядит естественно. С удалением косметики справлялись гидрофильный бальзам, мицеллярная вода и стандартные средства для умывания. Расход продуктов показался умеренным. Не отмечу, что BB-кремы успокаивали кожу, но и раздражения не вызывали, не подсушивали и не жирнили, хотя я не использовала средства на ежедневной основе. Спасибо за внимание и пока-пока!